На улице Магадана вышел новый коммунальный автомобиль для пневмовакуумной уборки ГЛУД. Тестовую обкатку машина прошла днем на территории предприятия. Ранее специалисты выполнили расконсервацию авто после транспортировки и все пусконаладочные процедуры. С работой новой техники ознакомился мэр Магадана Юрий Гришан. Подметально-вакуумная машина на базе КАМАЗ оснащена вспомогательной силовой установкой, предназначена для удаления пыли, смета и других посторонних предметов с проезжей части. Специалисты ГЛУДа отмечают, что такой автомобиль необходим городу. Но насколько город будет чистым, зависит не только от организаций, но и от горожан. В таких машинах город нуждается, особенно по борьбе с мусором, со сметом. У нас же все-таки, посмотрите, мой любимый пример, всегда его предъявляю. Утром в пятницу у нас происходит мойка города. То есть ориентировочно в 7 часов утра улица Ленина помыта. Всем советую в пятницу проехаться по улице Ленина после обеда и посчитать примерное количество окурков от сигарет, которые валяются в прибордюре. Работники предприятия отметили достоинства и технические характеристики нового автомобиля. Он новый, во-вторых, он работает отлично, он всасывает землю хорошо, ну, то есть он не пылит. Ну, то есть он отлично работает. Автопарк ГЛУДа состоит из порядка 111 единиц техники для работы в летних и зимних условиях. Ежедневно на улицах города работает от 20 спецмашин предприятия. На следующий год организация планирует приобрести еще один дорожный пылесос в рамках региональной программы «Столица».